Крупный пожар в Красноперекопском районе Ярославля. Огонь уничтожил деревянный дом на улице Рылеева. Пламя едва не перекинулось на соседнее строение. Внутри была пожилая женщина. Она успела выйти. Спасатели работали до глубокой ночи. В МЧС рассказали, пострадавших нет. Предварительно установлено, был поджог. Местные жители рассказывают, видели двоих молодых людей, которые перелезли через забор. Полиция уже побывала на месте. Сейчас проводится проверка. Отмечу, это не единственное происшествие. Этот же дом уже горел летом. Люди говорят, тогда владелец оставил на плите сковородку с картошкой. Пожарные лазят, машин 5 штук стоит. Уже тут огня-то не было, в общем-то, только дым. Вот, все вот так. Они тут дом же, он ведь там крыша, это тут загорелось.